Всем привет! Друзья, с вами снова я, Иван Фабро, и сегодня хочу вам быстренько показать, ну или как получится, как я обещал, донный пыльцесборник от фирмы Bjolis. Это сетчатое дно и пыльцесборник. Производство Bjolis, они делают также ульи и сэндвичи, я уже вам показывал. Ну а сегодня покажу донный пыльцесборник. Почему хочу показать? Хочу показать потому, что он классный и потому, что он простой, ну по большому счету в изготовлении. Его можно самому дома сделать. И это видео будет полезно тем, кому это интересно, кому кто может сам дома сделать. Ну или людям, которые ищут донный пыльцесборник, они могут знать, где его заказать. Купить этот пыльцесборник, под свои размеры заказать. Так вот, донный пыльцесборник. Состоит он из сетчатого дна, из сетки, USB, закрывашек разных. Ну, я сейчас разберу и покажу. Вот так состоит дно. Это сетка оцинкованная, просечно-вытяжная, завод Фрунзе ее делает. Также состоит дно из пыльцесборника, самого пыльцесборника. Оно простое, но довольно-таки вместительное. Я буквально совсем через пару дней покажу вам, как они работают, как они собирают. В моем случае здесь капроновая сетка, довольно-таки прикольная, ну, крепкая. Ну, можно использовать сетку нержавейку или металлическую. Максим говорил, что они использовали. Простая такая рамка, легенькая. Также вот эта задвижка с USB, которую применяют, как правило, ну, или поздней осенью, ну, в осень, для, чтобы сохранить тепло, или весной. То есть она закрывается полностью, перекрывается дно, если надо. Если не надо, можно зимовать просто на сетке. Просто на сетке, без всяких закрывашек. Ну и хочу вам показать саму систему. Все это сзади хорошо очень закрывается, без всяких проблем. Очень крепко и надежно. Ну, как это все работает? У нас тут впереди есть закрывашка литковая. Она же и прилетка. Она на навесах и довольно-таки удобно. Если нам надо перевести пчелок, мы просто берем и закрываем ночью или рано утром. Закрываем, и у нас все закрыто, при этом сетка в дне, пчелы наши не запарятся, и мы перевозим. Но нам важно пыльцесборник. Чем он классный, чем он мне понравился, почему я хочу вам показать, по большому счету и прорекламировать, и возможно кто-то себе сделает. Очень просто в плане открытия-закрытия, в плане собирания пыльцы. Здесь есть вот такие рычажки, которые мы можем вытянуть просто эту всю систему. Все. В этом положении у нас есть сетка тут с нержавейки для того, чтобы пыльца просыпалась. И она непосредственно сразу падает в пыльцеприемник. Если нам не надо собирать пыльцу, мы оставляем дно просто в таком положении. У нас получается литок на все дно, довольно-таки удобно для проходимости пчел. И сетчатое дно, мусор, все просыпается. Если же нам, что очень классно, мне понравилось, это такое быстрое и легкое решение, то есть ничего нету лишнего. Нам надо собирать пыльцу, мы просто берем решетку пыльцесборную и вставляем в пазик. Вставляем пазик до упора. И у нас получается идет сбор пыльцы через сетку. Пчелы залетают. Здесь накладочка деревянная, которая просто не дает пчелам, ну вернее, дает пчелам идти только в одном направлении, через решетку пыльцесборника. Если же нам не надо собирать, мы просто вытаскиваем эту решетку и все. Для трута есть прорези. Прорези я уже это делал сам. Сделал всего две. В турецком дне одной и хватает, то в этом я сделал две. Если, я думаю, пчелки не будут сюда ходить. Если же будут, я просто сюда вставлю трубочки и все. Ну и вот такая пластик. Не знаю, как он называется. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы
сверху на, в нашу пыльцу меньше попадало мусора. Поэтому здесь есть еще несколько пазиков, ну, еще один пазик для самой вот этой штучки, которая делает защиту от пыльцы. Все. Вот это все выглядит примерно так. Примерно так. Пчелки ходят у нас снизу, проходы есть. Они вот здесь. Если надо, чуть-чуть можем сдвинуть решеточку, ну, нашу защитную от мусора, вперед, ну, или до упора. И у нас получается есть проходимость пчел и с этой стороны, и с этой, с двух сторон. Ну, при этом не сыпется мусор. Это, как правило, как бы задвижка нужна ранней осенью, весной, потому что весной мы поставляем рамки в семью, там распечатаем, и очень много крошки. Это из личного опыта, поэтому она нужна, вот эта штучка, которая закрывает мусор. Если же кому она не нужна, вот в данный момент, я не пользуюсь вот этой штучкой, потому что мусора сейчас нету. Можно ее и не использовать. Чтобы ее не использовать, просто вытащили. Вот мы берем, вытащили, и все. И в нас дно собирает пыльцу. Очень классно, очень удобно. Быстрое решение включать-выключать пыльцесборник. Никаких там задвижек лишних, ничего лишнего нету. Все очень просто. Надо, вставляем. Надо пыльцу собирать, мы вставляем, не надо, вытаскиваем. Надо перевезти, закрываем и перевезли. Это не первое дно Максима, они делали другие, у меня есть и другие днища. Ну, тоже хорошо они работают. Мне это дно понравилось, поэтому я, кто бы что ни говорил, от чистого сердца, от своего опыта по сбору пыльцы, скажу, что это дно очень классно, его быстро и легко делать. Я не знаю, ну, ничего выдумывать не надо. Конечно же, можно для сбора пыльцы еще попробовать, чтобы собирать пыльцу не через одну решетку, а, допустим, две или три. Три решетки поставить на дно. Ну, я думаю, что для сбора пыльцы, я уже тестирую такое дно, пыльцу собирают пчелы, и довольно-таки успешно и хорошо этого хватает. И лоточка тоже хватает. Можно, конечно, я с Максимом общался. Для того, кто не так собирает пыльцу, как я, но не имеет возможности собирать пыльцу каждый день, лоточек еще можно увеличить. Но в этот лоточек вмещается, ну, 2-3 дня вмещается, в зависимости от приноса пыльцы. Ну и буквально совсем через пару секунд я вам покажу, как это дно работает, я его покрашу и покажу, как он в работе. Ну, примерно так. Сделано добротно, так что берите на вооружение, кому надо. Кто сам не может сделать, может обратиться в фирму Бжолис, к Максиму, и они вам сделают. Но мне лично понравилось, и я рекомендую. Рекомендую такое дно, оно рабочее, оно, ну, без лжи и фальши, действительно стоит внимания. Все, друзья, вот такое видео, видеообзор, видеореклама специально для вас от канала Фабро. Все, с вами был Иван Фабро, до новых встреч, пока. Ну что, друзья, давайте пойдем посмотрим. Вот он один, оранжевый, апельсиновый. Он у нас второй, он оранжевый. Посмотрим, как же у нас обстоят дела. Я решил собирать сразу и на навесной, и на донный. Так, давайте посмотрим, что у нас на навесном. Ну, в навесном не так уже много. Ну, как видите, не знаю, видно вам. Ну, меньше половины. А в соседнем неудобно одной рукой. Ну, в соседнем почти полный. В соседнем полный. Ну, в соседнем
У нас просто навесной, а тут у нас донный плицесборник. Вот. Ну, зато смотрите, друзья. Не знаю, я попробую вечером для вас сделать фотографию, взвесить, сколько вмещается по весу в этой в пыльцеприемнике. Так, ну, я очень доволен. Ну и давайте для сравнения пойдем посмотрим на второй еще. Быстренько. Оранжевый. Тут у меня тоже навесной, но тут семья чуть-чуть посильнее. Тут тоже поменьше будет в пыльцесборнике, как видим. Тут почти половина. Вот так пчелки висят. Видите? Ну и давайте посмотрим, что у нас здесь творится. Ну, здесь практически такая же самая ситуация, как и в первом пыльцесборнике. Ну, я очень доволен. Мне очень нравится. И, ой, где-то туинька еще не приелась. Вот такой улей и вот такие днища. Давайте для сравнения турецкое дно посмотрим, что на турецком дне. На турецком дне тоже неплохо. Смотрите, тут пыльца одного цвета практически. Давайте еще где-то глянем турецкое. Турецкое, где у нас турецкое дно есть? Вот турецкое дно для сравнения. Тут тоже навесной и турецкое. Но в турецком проходимость пчел чуть-чуть меньше. Вот мы сейчас так и посравниваем. Вот тут уже другая пыльца. Ну, в принципе, такие вот дела, друзья. Вот так выглядит. А тут у нас мы не собираем. Тут просто навесной. Вот примерно так происходит сбор пыльцы на донный пыльцесборник фирмы Jolis.